Доброе утро всем. Сегодня 7 мая, 18 год. Иду на работу. Нахожусь сейчас в акациевой роще, расположенной между улицами Букина и Довженко. Запах невероятный, аж голова кружится. Молчали. Когда цветет акация, тогда рыбец хорошо, гаранька ловится. Акации, гроздья душистые. Такой лесочек здесь еще. Ночь напролет нас водили с ума. Сад весь умыт был весенними ливнями в темных. Вот там уже видно улица Довженко. Стоят штаны до 9 мая, наверное, может, не дотянут. Хотелось бы на 9 мая, обычно красиво цветут, но в этом году раньше все зацвело и быстро цветается. Жара очень сильная для мая. Как же мы вижу в кустах, там бомжики бухают. Закуски нет, нюхают акации. Седыми нас делая. Красотища. Ну, на это на несколько дней она быстро цветется при такой жаре. Этих веток. Это улица Довженко у нас. Там он видел общежитие для иностранцев. Зима. Сейчас она не в рабочем состоянии. Говорят, для атошников что-то там готовят, точно не знаю. Каштаны вот-вот отцветутся. Сегодня на другой стороне уже акация цветет. В час, когда ветер бушует неистово, снова силою чувствую я белой акации. Тут высоковольтная линия проходит. Душистые. Тоже видно. Тоже невозвратимы, как юность моя. Белой акации грозди. С платком Фейсгард. У нас улица Букина. Как юность моя. Какая красотища. Вот на днях уже сосны расцветут, можно будет пыльцу собирать, смешивать с медом. Очень-очень полезно для иммунитета, простуд. Цветет черемуха, красота какая. И запахи невероятные. Вот на проспекте Победы такая красота. Расцвели маки красные. Маки, красные маки. Кстати, кто там имеет претензии к этим макам, часто в интернете пишут. Это символ каких-то проституток. Так вспомните песню
кто написал, российский поэт о красных маках. Так что не надо больше так говорить, просто неприятно. Это память о погибших, песня.